Илья Проскурин немного волнуется, но, как и положено командиру отряда, внешне сохраняет спокойствие. Четко прочитав присягу, получает удостоверение и встает в строй. Теперь он настоящий кадет. Я горд, что я стал кадетом, а не в обычной школе. Зато я буду, возможно, какое-нибудь звание большое получу. Вместе с Ильей приняли присягу и получили свое удостоверение 138 новых кадетов. С этого дня в школе 180 ребят будут носить военную форму. Кадетским движением в Кубишском районе Самары гордятся и активно развивают его. Действительно, это школа гордость района и будет дальше развиваться эта школа. И, соответственно, планируем, что где-то через 2 года, когда большая часть учащихся этой школы примут присягу, станут кадетами, соответственно, школа уже будет у нас не с кадетским уклоном, а будет полностью кадетская школа. Радоваться торжественному дню присяги у кадетов времени будет немного. Уже завтра продолжится серьезная подготовка. После этого ребят ожидает ежедневные трудовые будни, учеба усиленная. Ну и помимо этого, после обеда у них очень напряженная подготовка. Я имею в виду в смысле военной подготовки. А подготовка эта включает в себя футбол, тхэквондо, карате, хореографию, строевые, огневые, тактические учения. Олег Зверев, Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События.